Три знака зодиака, с которыми вы будете счастливы в отношениях. Партнеры, которые помогут пережить все трудности. Овен, вам стоит встречаться со Львом, Стрельцом или же Близнецами. Для такого страстного и энергичного человека, как вы, важно найти партнера, который сможет жить в том бешеном ритме, к которому вы привыкли. Других знаков зодиака может напугать ваш характер. Телец, вам следует встречаться с Козерогом, Девой или Рыбами. Вы довольно упрямы, а также не любите перемен и терпеть не можете непредсказуемость. Именно поэтому вам не подойдет человек с непредсказуемым и непостоянным характером, ведь в отношениях с ним будет масса нежелательных сюрпризов. Близнецы, вам нужно встречаться с Весами, Водолеем или Овном. Ваша энергия безгранична. Но при этом вы очень быстро переключаете свое внимание, и вам сложно надолго сосредоточиться на чем-то одном. По этой причине вам нужен человек, у которого столько же энергии, сколько и у вас. Вам нужен партнер, разделяющий вашу страсть и любопытство к жизни. Рак. Вам следует встречаться с Козерогом, Девой или Стрельцом. У вас очень нежная и чувствительная душа, а также доброе сердце. Вы изо всех сил стараетесь позаботиться об окружающих вас людях. Тем не менее, часто в попытках помочь другим вы пренебрегаете самими собой. Вам нужно встречаться с человеком, который подарит вам свою заботу в ответ. Лев, вам следует встречаться с Весами, Рыбами или Овном. У вас, как у Льва, довольно сильный характер. Вы не боитесь говорить все, что думаете и чувствуете. Вам нужно, чтобы ваш партнер был сговорчивым и мог выслушивать все, что вы будете ему говорить. Дева, вам стоит встречаться с Тельцом, Козерогом или Раком. Вам нужен партнер, который будет не только понимать ваши потребности, но и проявит готовность и попытается их удовлетворить. Весы. Вам нужно встречаться с Водолеем, Близнецами или Львом. Вы очень общительный, и вам безумно нравится, когда вас окружают красивые люди. Вы хотите быть в окружении очаровательных и харизматичных личностей, и именно поэтому вам подходят представители именно этих знаков зодиака. И если же вы будете встречаться с кем-то другим, то эти отношения вам быстро наскучат. Скорпион. Вам следует встречаться со скорпионом, раком или рыбами. Как скорпиону вам постоянно нужны острые ощущения и стимуляция. Вам очень быстро становится скучно, и вы терпеть не можете рутину. Также вы хотите быть в отношениях с человеком, готовым делать такой же вклад в отношения, какой и вы сами. Стрелец. Вам стоит встречаться с близнецами, овном или же стрельцом. Для вас крайне важно иметь возможность путешествовать, потому что вы не хотите быть привязанными к одному месту. Вы хотите свободы и энтузиазма, чтобы открывать для себя что-то новое в этой жизни. Именно поэтому вам нужен человек, который будет разделять с вами эту страсть. Козерог. Вам следует встречаться с Тельцом, Девой или Раком. Ваша жизнь организована, но при этом немного суматошная. Так происходит потому, что вы любите мечтать и чаще берете на себя то, с чем не в силах справиться. Именно поэтому вам нужен партнер, который сможет вас удержать и не позволит приблизиться слишком близко к Солнцу. Водолей, вам стоит встречаться с близнецами, овном или весами. Вы интеллектуальный, харизматичный и интересный человек. Вам очень быстро становится скучно, и поэтому вам следует встречаться с таким же интересным человеком, как и вы сами. Вы будете с тем, кто сможет привлечь и удержать ваше внимание. Рыбы. Вам стоит встречаться с Девой, Раком или Скорпионом. Вы нуждаетесь в человеке, который сможет о вас позаботиться и увидит, какая у вас чувствительная душа. Вы эмоционально слабый человек, и именно поэтому вам нужен сильный и целеустремленный партнер, который поможет вам пережить все трудности и справиться с переживаниями. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь.